Роман Витальевич, в трибуне. Да. В прогнозный план приватизации включено северо-восточное ДСУ в рамках акционизации. Хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу. Как вы считаете? А он не знает об этом. Роман Владимирович, вы знаете об этом? Здравствуйте, уважаемые депутаты. Ну, сначала нужно точное понимание иметь, в какой форме будет приватизация. Тогда бы я бы сказал бы свое. Потому что... Предлагается акционировать наше предприятие. Я понимаю, что предлагается, но в разных формах на данный момент. Вот надо определиться, по какой форме будет, и тогда бы я дал бы точный ответ на ваш вопрос. Спасибо. Я попросил бы Антона Владимировича и Александра Владимировича учесть. Вот хороший вопрос, Сергей Владимирович. Он молодой, но уже как бы такой под ребро залазит. Ну, не знает, руководитель даже. Вот это качество подготовки ваших вопросов, Александр Владимирович. Вы хотя бы пригласили, собрали бы руководителей дорожной отрасли и сказали. Они даже не знают, что им предлагается акционироваться. Без ответа. Спасибо. Хорошо. Александр Роман Витальевич, мы вас поздравляем. Да, можете работать. Антон Владимирович, можете посидеть, как хотите. Пожалуйста.